Привет! Эт, Рибор, на аниме-то вышел новый очередной ролик, только он вышел из армии и сразу ролики начал прям сильно клепать, уже второй за сколько? Ну, чуть больше, чем за неделю, и жалко, это, конечно же, не аниме за энное количество минут, прям очень, если честно, хочется. Ролик называется «Аниме Кринж», вот, и что же интересно там будет, про аниме кринжевое или что? Я, короче, пока не знаю, чего ожидать, но прежде чем начать смотреть видос, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Дзена, на группу ВКонтакте, ссылочки все будут в описании. Теперь погнали посмотрим ролик, думаю, будет что-то прикольненькое, поехали! Всем привет, перед просмотром Здорово. Вы срочно должны подписаться на мой телеграм. Да, а вы должны подписаться на мой, ссылочка тоже будет в описании, обязательно подписывайтесь. Значит так, сегодня видео будет посвященное играм. Блин, обожаю это собака. Что вы знаете о играх? Игры? А почему это аниме? Не понял. Я ничего не знаю, вот поэтому скачал себе. Что такое? Аниме, Standing, Ingorious, Waifu, Страшный муж. Чё? Аниме Wave, Recapture the Castle. Это, знаете, что это за игры такие? Глубоко и с головой. Играть мы сегодня будем в обычные игры. Аниме игры. Кринжовые аниме игры. Все понял, ладно, хорошо, не знаю, что за игры. Поэтому приготовьтесь, и я запускаю. Аниме Standing. Ну привет, дорогая. Плей. Замечательный вид. Подождите, это же Death Stranding, только аниме Stranding, что... Шпагат продольный. Спортсмен, он лежит красиво. Помогите. Что? Окей. Вообще ни хрена не видно, а можно яркость на максимум? Ну без этого никак в аниме играх. Звуки, мать. Ой, не надо нам такого, не надо. Трусы с подсветкой. Где купила? Тварь. Так, да. Давай по-бырому сейчас собираешь свои манатки. Ну, я принес. Держите. Кому там надо было? Что? Что это было? О, блин! Сейчас... Нифига себе, она, блин, крутит там сальтухи. Сейчас обработаю ситуацию. Дин, два раза вот эту упражнение делать позвоночник, не будет болеть. Так его просто не будет, паркур. Да? Открываю курсы по паркуру. Первый трюк. Показываю. Ой, нифига себе, свезло стало. Ай, больно мне! Это был трюк со спецэффектом. Она куда-то делала эти юбку. Второй трюк, без спецэффекта. Тут главное сгруппироваться. И сейчас с разворота с вертухи. Ладно, мне намекают, что тут больше не нужен. Я не играл в оригинал, но мне уже нравится. Я тоже. Почему она такая качественная? По-моему, она отвратительная. Открытый мир, очень классно. Открытый, пустой мир. Графика. Это балдежная игра. Кто бы что ни говорил. Я вообще, где персонаж-то, блин? Эта игра создана богами. Смотрите, как бежит. Красиво. Сейчас... Ну ладно, бежит, конечно, красиво. Взрывы за спину. Вот, картина маслом. Как переезжает женщина. Как переезжает мужчина. Как, не переезжает, типа на месте остается, да? Ей не тяжело, ребята. Ей не тяжело. Да я заметил, видишь, как она бежит, блин. Тебе ж не тяжело? Она, блин, бежит быстрее с нагруженной, чем я бегу без. Пошёл ты на... Блин, кладмен мудила. Ну все, приплыли. Куда? В мир кораблей. Вот опять, в котором найти... Так, давайте мать, что как... Так. Что там за мощь? Я... Тихо. Во. На, бля, подавись своей пиццей, ёбаный. Вторая... Чё-то как-то много он пиццы заказал, не? Второе задание. Я готов. Ты готова? Видимо, нет. Че тут манулось? Короче, погнали. И что мне с этим делать? Толкать? Интересное занятие. Тут надо все ювелирно. Бля! Назад! Вот. Под... Ну потому что надо помедленнее, да? Легонечко, просто. Что вы делаете? Остановись! Мы почти у цели. С богом, дружище. С богом. Бля! Прям на него. Вот мне интересно, ой, дичь. Кто там курьером работал? Вот у вас все примерно так происходит, а? Вроде нет. Держите ваш заказ и ядерные отходы в подарок. Приятного аппетита. Новая миссия. О, привет. Нифига, что? Что у нее с лицом? Зачем ты жрала с той бочки? Совсем, что ли? Голова говяжья. Все, власть этой баны. Какого хрена? Это что, портфель? Будь со мной аккуратно. Хорошо. И что? Вертолет. Это значит, мне нужно доставить тёлку? Ну хорошо, только сначала испытание. Совместный трюк. И... Что это было? Слышь, мать. Что происходит? Больше так не делай, пожалуйста. Пилот 1, пилот 2 на приём. Полет нормальный.
какая дичь. Качественная игра, ничего не скажешь. Стабильная турбулентность, и, кстати, летим в правильном направлении. Это что да? ж делается-то? Таскаю на себе тушку. Обо мне кто-нибудь подумал? Ну перевернись просто, и она будет тебя тоже таскать. Горбу своем. Я уже прошел 6 километров подряд, без остановок. Я маленькая, так. Хрупенькая аниме-девочка. Пожалейте меня. Нет, никто тебя жалеть не будет, и доставщик... Дорогуша, мы выходим на финишную прямую. Ура! Ты прямую. Классно, классно. Все, мы прибыли. Давай, выздоравливай. Ты, конечно, лысая немного стала. Она еще, в смысле, немного стала, она такая и была. Видите, она еще так лежит, блин, у нее спина, походу, болит. Потому что нефиг на горбу ездить людей. Ну, ничего страшного. Волосы отрастут на жопе. На голове нет. Все, пока я за хлебом. Так. Скоро вернусь. О-о-о. А я думал, там будет не только эта игра, еще какая-нибудь. О-о-о. Нифига себе тачка, да это же кибертрак. Вы только посмотрите, что прикол? Мне Илон Маск подарил. С полоборота. Да ты Маск делает вещи, конечно. Давай, давай. Вещи, которые не работают. Разгон и... Вот была бы в жизни у меня такая. Ой, офигеть. Я бы каждый день катал. Так точно бы не каждый день. Так, с симулятором кринжовой так. доставки кринжа мы разобрались. На очереди шутеры. О, дальше, нифига себе, я думал, все, больше не будет. Это у нас... Это типа Red Dead Redemption или что это? Стрелялка. Ой, какая девочка. Эй, лови маслину. Это персонаж с какой игры вообще? Какой-нибудь этот, что ли, как его? Овердроч? Следующий. Кто следующий? Показываю стрельбу. Так, ух, нифига себе. Куда ты стреляешь? Это же не КС. Нифига себе, она там прыгает. Пожуй свинца. Ух ты. Что это? Это что, ачивка какая-то? Я урод ебал, и я воевал. Упана. Танцующий пес. Вервульф. Поверьте, никому не верьте. Охренеть. Все хорошо. Вот. Зачем ты бедного волка завалил? Что я здесь делаю? Здесь вообще ничего нет. Пусть кто-то скажет, что я не про АИМ. Ты не про АИМ? Завалю. Вот так вот легко, непринужденно, по пульке. По пульке. Все. Что-то как-то маловато здесь этих противников. Ну, куда мне дальше идти? А, может я так запрыгнуть могу? Нет. Застрял. Текстура, текстура, отпустите меня. Неужели я застрял в этом мире навсегда? А здесь что? Заново что ли? Это дубинка. Нифига себе, прикольно. Боксеры по одному, все остальные толпой. Игра классная. Графика. Все на высшем уровне. Какая дичь вообще. Проработано. Проработана она прям. Скрупулезностью. Так, давай. Не уверен, что так. Не, я так не играю. Будем отрабатывать вас. Нифига, нифига. Какая-то странная снайперка без снайперского прицела. Серега, держи. Нифига себе, там еще и собаки есть. Не убирай. Серега, я иду. Серега. Ну, еще одна игра. Тут бегаешь и стреляешь. Так бегает. Бегаешь по ошалевшим аниме-девкам. О, смотрите. Ха. И все. Радужная забавно. Игра. Веселая. Всем хорошо. Всем весело. Охренеть. Вот это дичь, конечно, происходит. Нахуй надо. Я, не, не снежки, только я из свинца тебя долбану. Сейчас свинцом. Не, ну выглядит это и правда красиво, но вот только за что им все это? Я тебе... Ты, по-моему, он прям по ней стрелял, вообще ничего не происходило. Ах ты, ой. Падла. Зарезала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но эта игра вообще трэш. Наступил зомби-апокалипсис, ты... А вот это, слушайте, выглядит это прикольно. Заднюю девку с базукой, везде взрывы. Тут, там, там. Уже совсем обнаглели. Ты еще возьми... Почему она раздета, я не понимаю. День все нормально, там же зомби-апокалипсис. Мне на голове потанцуй. Ты мне сейчас по жопе хлопнул? Казалось бы, куда еще дебильнее, но потом вылазит это. Нифига себе его перекосило. Знакомое лицо у тебя, мужик. Стихия ветра, вихревой сюрикен. I'm from Arizona! I'm from Arizona! I'm from Arizona! Я так встал. Аризона? А сейчас...
Это было, это откуда? Не до хорроры, куда же без них. Так. О, вот хорроры анимешные, это вообще круто, мне кажется. Страшный муж HD. Обосраться. Они оба все, трое страшные. Здесь мы играем за жену 3D. Ой, господи, как это вообще убого. Мужа 3D. Эта игра вообще сама в 3D, по сути. Шкаф 3D. Для пряток. А муж у нас, кстати, еще и злой к тому же. Да? И все это... Мало того, что страшно, так еще и злой. 3D. Холодильник пустой. Ничего нет. You take ice, пилюли? Пилюли для ice? Жена не готовит. Почему холодильник где-то в коридоре стоит? Вот и микропенсил. Первая встреча, первая любовь, первое свидание, первый секс. Давай... Не надо все-таки. Давай стартуй от него, потому что нам не нужно с ним встречаться. А что-то она задышала так, это чуть боится их, что ли? О, привет. Почему она его так боится? Он ее чаша жрет. Пошел нахуй. Манки сегодня нажрался и бунтует. Вот шкафчик, нас вряд ли тут кто найдет. Мне кажется, она туда не поместится, слишком толстая. Муж, привет. Борщ не готов. Я была на маникюре сегодня. Сегодня тебя обсуждаю. Блин, типа, чё страшного? Блин, же не страшно нифига. Чё было бы, если он ее поймал, ну-ка? Говорят, что не такой ты уже и 3D. Давай, давай. Какого хрена он теперь там? А, это уже просто другой этот монтаж, ладно. Да. Залезай. А, залезла, нифига себе. Так. Он где-то здесь рядом, да? Ага. А! Он ее нашел, какого хрена? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларуси. Я не спрашивал тебя об этом. Давай, быстрее, 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 быстрее. Ну, закрывай. Да он же видит тебя, он сейчас все равно подойдет. А ты ебаный! Че, ушел? Тогда нашел, не видя ее, а здесь не нашел, видя. Это как, я что-то не понимаю. Ну что, ребята, кто еще не окислился от кринжа, подписывайтесь на мой телеграм и лайки ставьте. Бедный пес. Да хватит бить пса! Офигенный ролик, как обычно, получился. Блин, вот, надеюсь, ролики будут анимейты выходить как можно чаще, потому что такого ора давно не было. Шикарно просто. Если вам понравилась реакция, друзья, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!